подача. И гол Смольников. 1-1. Ну вот сейчас или дополнительное время, и после матча и пенальти могут быть. Ну а Смольников молодец. Дождался своего вот этого момента. И на этот раз Денисов чуть запоздал. А так Денисов держал фланг до этой минуты здорово. 1-1. И вот сейчас посмотрим, как для Локомотива пропущенный мяч, да, с точки зрения психологии.